Дорогие друзья, всем привет, с вами Богдан. Мы продолжаем играть во всякие интересные игры. Кто помнит игру под названием Insomnia? Я не помню, снимал ли я вторую часть или нет. Первую мы точно играли, вторую не помню, но есть третья. Она совсем недавно вышла, и вот, собственно, одна перед нами. По-моему, здесь намного улучшилась графика, чем была раньше. Это прям по картинке видно, но мы сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим, тут вот написано Monday уже. Наверное, дальше будет Tuesday. Из настроек только Language. Окей. Окей, поехали. Поехали, Monday. Клавиатура. Так, понедельник. 10 часов вечера. Ёлки. Вентиляция. Congratulations. You just opened the night shift. I want the job by Monday or you're fired. А как мне не дать зайти? Наверное, как-то надо будет нажимать. Они будут, наверное, открывать вентиляцию. У меня тут сверху. Я понял. Я понял. Вот это надо закрывать. Хорошо. Ух ты, ёлки-палки. Так, наверх, вперед, точнее, это дверь. Да отстаньте вы, блин, тупые файлы. Охренеть. Нормальный понедельник так начался, да? Короче, достаточно просто смотреть, да? Нормально, это удобно делать на телефоне. Показалось, я что-то слышал. Сердце начало стучать. Блин, капец. Уже жутко становится. Ёлки-палки. Да блин, а что с этим компом не так? Давай мы новый тебе купим. Чувак, зачем? Зачем? Зачем тебе такой компьютер? Вот, выключи его нахрен. Зачем вот это делать? Вот это твоя вся работа? Выключать вот это говно? Это лучшая работа в мире просто. Вентилятор тут у меня там какой-то. Капец. Я этого... Блин. Надо смотреть во все. Я не слышал, как они открывали. Охренеть. Тупо подо мной, там, под моими яичками, открылась вентиляция. Нормально? А он тут выключает всякие файлы. Да, бля, подожди. Давай все проверим внимательно. Ёлки-палки. Вот эту вентиляцию верхнюю я слышу. Так, 3 часа. Пока они по вентиляциям только лазят. Сверчки жуют. Ой, жуют, журчат, блядь. Сверчки жуют. Бляха. Это верхняя вентиляция. Вот тебя, да, не волнуется, если что-то берет, открывает вот эти вот решеточки, да? Ты продолжаешь работать. Какой ты занятой, я смотрю. Работа превыше всего. Карьерный рост. Все дела.
все нормально. Ну, в принципе, все легко. Но это же первая ночь. Охренеть. Я думаю, дальше будет намного жестче. Надо успевать. Будет чекать абсолютно все. Капец. Слушайте, ну эта часть, я плохо помню. Ну что-то там было. Там в первой, во второй части они там... Вау, аж за лаги пошли. О, все нормально. Все хорошо. Ну, я помню, да, там первая, вторая часть, там что-то такое было. Примитивное, но здесь прям офигенно все сделано. Мне прям очень нравится. Это супер. Только, блин, чего ждать, я не понимаю. А чё... Опа. А она не закрывается? Бля. А чё она не закрывалась? Она открыта была. Вторник. Зачем ты работаешь здесь, дядя? Зачем? Не надо. 10 вечера, до 6, 8 часов ты работаешь. Ты что, дебил? То есть ты всю ночь не спал с понедельник, и во вторник ты решил работать. Ну ты нормальный вообще, скажи мне, пожалуйста. Ты в порядке? Ты в адеквате? Юханый бабай, сколько файлов. Опа. Дверь открывается. Бляха, файлов много. Слышу. Охренеть. Надо вот эту нижнюю чекать вентиляцию, ее вообще не слышно. Сразу первую нижнюю. Ага, хорошо. Так, а что за лаги? Что такое? Компьютер типа лагает, и игра из этого тоже? Так. Понял. Капец. Нижнюю. Спокойно. Понял. Пошел в жопу отсюда. А что такое? Какие-то фризы прям жесткие. Блин, интересно на скримак, конечно, посмотреть. Но как-то и не хочется его видеть. А ну окно закрой, мне холодно. Ты не видишь, я тут работаю. Чем я вообще, блядь, занимаюсь? Господи, мне за это платят? Я надеюсь, да. Ух ты, собака! Не слышно эту вентиляцию? Блин, надо чекать ее. Вот что, фризы какие-то. Алло. Добрый день. Давайте вернемся в нормальное состояние. Потому что я так просру. Что за лаги? Так, нормально. Нижнюю надо чекать обязательно. Постоянно прям. Все остальное видно или слышно.
А все, кто-то проник. Я не могу закрыть. Габелла. Вот опять лаги пошли. Я не понимаю, что это такое. И что теперь? О, капец. Там кто-то лезет оттуда. Я понял. Он просто приоткрыл. Это сейчас знаете, что напоминает мне? Как он там назывался, вот этот? Бугимен игра есть такая. Ну вот эти фрезы надо периодически, меня прям подбешивают. Какая-то игра, наверное, сильно графонистая. Ой, блин. Ух, как я угадал прям, оп. Так, надо очень внимательно, постоянно, прям периодически чекать вот эту вентиляцию. Я скримак все словить как бы не хочу. Ага, лезет собака. Собака. Так, жопу, те файлы, короче, доживем. Закрой нахуй. Так, все, нормально, до 6 дожили. Ёлки-палки. Так, секунду. Так, я сейчас попробую включить через ускоритель игр. Он тут какой-то есть встроенный в телефоне. Вот сейчас мы посмотрим, как будет работать с ним. Сколько файлов лезет на третью ночь? Среда, ты чё? Так, мы сразу просто вот так берем и по КД че... Закрой окно! Надо чекать вот эту вентиляцию. Ее не слышно вообще. Остальное мы услышим. Двери, вентиляции, окна. Нормально все. Ах ты собака. Нормально, все файлы почистил. Чепушилу какую-то испугал. Ах ты зараза, блядь. А ну закрой окно. На улице дождь, оно открывает. Как вот тут лысый кот в бар... Ой, в барсике, как его? Шлепа в барсике. Вспомнил, называется, что было 5 лет назад. Все нормально, уже он почти час ночи. Боже, какой ты дурак, господи. Вот это работать. Что-то происходит. Быстро удаляем все файлы эти и чекаем вот это самое главное. Хорошо. Я понял, лампа это отвлекающие маневры. Из-за звука я могу не услышать. То она работает, то не работает. Может это, кстати, из-за нее лагало. Но пока не лагает. Значит, ускоритель игр работает. Это хорошо.
Так, все нормально, быстро чистим. Что такое? Тихо! Собака, нифига не слышно. Зараза, что ты там лезешь у меня под стол? Ты смотри. Что ты там хочешь увидеть, я не могу понять, а? А ну расскажи, мы послушаем. Так, ну третья ночь, живем. Третий час пошел, елки-палки. Пошел в жопу отсюда. Эта вентиляция нифига не страшная. Быстро чистим все файлы. Блин, наверное, в пятницу тут вообще полный завал будет. Это не та? Дверь в порядке, дверь в порядке. Так, быстро, быстро, вниз, вниз. Все нормально. Ух ты, собака. Нехер лезть, нехер лезть. Нифига ты не откроешь, понял, блядь? Ну пока, в принципе, норм. Легко, легко, хорошо. Я понял. Все хорошо. Блядь, смотри, как лезет. Как ему хочется там под стол залезть. Любимое место, чешу. Нормально все, все хорошо. Ух ты как, блин, тебе прям вот на секунду позже. Ты смотри, как тайминг поймал, а? Ну я что, еще раз повернуться умею? У меня шея такая, да. А ты лох. Сиди там, мокни под дождем. Урода кусок. Нормально. Ага, ага. Ты смотри, заходит. Он на улицу, блядь, пошел. Тихо. А, все уже, 56 минут. Ну, короче, да. Так, мы отработали уже 3 дня с вами, получается. И пока... Ну, четверг сейчас будет. Сейчас будет, блядь, чистый четверг. Окей, идем. Идем смотреть, что нас в этот раз ждет. Файлы уже пошли. Боже, вот это надо было согласиться на такую херню. Уже лезет под стол. Собака. Понял? Нормально, живем. Двери, бля, о, окно. Короче, дверь окна закрой и не появляйся тут больше. Я работаю, я очень устал. Я 3 ночи подряд не сплю. Какого хуя ты лезешь вообще ко мне в окно? Опа, блядь. Поймал нахуй. Зачем ко мне лезть? Блин, эту нижнюю вентиляцию вообще невозможно услышать. Только наугад. Опа! Опа! Опа!
Тебе что, непонятно там или что? Реально какой-то бугимен. Ого! Жестко, жестко, он ускоряется. Он ускоряется. Я говорю, в пятницу жесть будет. Тут нас файлами закидают. Тут будет тут вентиляция. Ты пошел нахуй под стола, господи. Быстро вниз. А можно не греметь? Пошел отсюда нахуй. Нормально, очищено все. Компьютер будет жить. Отсюда вон. Хорошо. Быстро. И вниз. Нормально все. Пошел отсюда. Смотри, как он дрочит на всякие там вентиляции. Все ему надо. Низ надо чекнуть быстро. Все хорошо. Все хорошо, все замечать. Какая прекрасная работа. Изичная просто, легчайшая. Окно закрой, холодно. Ну ё-моё, ну если я простужусь, что будет потом? Я не смогу работать, компьютер сломается, компания обанкротится. И что потом, и что потом? А ты тут будешь лазить по вентиляции. Никто тебе даже хлебушка не оставит, дебил. Лазит тут оно. Дверь не слышу. Дверь вообще не открывается. И вообще, если хочешь зайти, надо в дверь постучаться. И в окно тоже желательно. Без стука не входить, блядь. Ты что, не понял? Слушайте, смотрите, как он разозлился. А можно сердце не будет стучать так быстро? Ничего страшного не происходит. Или ты уже заработался, или что такое? Быстро нижнюю чекнуть. Что-то он, кстати, ее бросил. Он вот, вот по этой любит лазить. Все нормально. Слушайте, ускоритель игр хорошо работает. О, дверь без стука. Что там, 5 утра? Ну блин, я не успею. А хотя нафига я эти файлы заполняю? Там он... А в жопу эти файлы. Все, 5 утра. Мне интересно на скримах посмотреть. Вон отсюда. Так, ну все, все нормально. 40 минут. Через 15 минут я буду отдыхать. Ну ты лошара. Отчаянная попытка. Ты думал, я бдительность потерял на ту вентиляцию? Ты что, меня за лоха считаешь или что? Ну все, пятница. Пятница осталась. Я предлагаю перед тем, как... пройти пятницу, посмотреть вообще на скример. А то как-то, ну, совсем легко. Давайте вот просто он откроет, зайдет, и мы посмотрим на скример. Вот я, допустим, супер заработался. Заснул. Потому что, извини, 4 суток подряд в ночь работать, это жесть. По 8 часов. Блять. Надо какую-то видимую. Чтобы я понимал, откуда мне прилетит скримак. Вот эту я не хочу. Страшно. Откусит мне там что-то внизу и все. Да ну можешь залезть через другое. Ну вон, окно есть дверь. Я тебя впускаю уже.
Кроме вот этой вентиляции. Потому что иди-ка ты в жопу. Давай. О. Окошко открыл. Ну, теперь у меня открытое окно. Хорошо. Ладно, просто сидим и ждем. Жопу. Давай. Давай, мы ждем скримера. У меня сейчас компьютер сдохнет. Дверь открываем. Давай, давай. Сейчас компьютер сдохнет. Капец, тут файл. Вот это вот так не работай называется. Давай. Уже два входа открыто. Ты можешь завозить. Уже час ночи. Сколько можно ждать? Ух ты, ёлки-палки, пингвин. Пингвин! Ладно, давайте пятницу уже пройдем и туда и все. Пингвин! Пингвин с зубами! Пингвин с зубами, представляешь? Все это время к нам лезет пингвин. Где мы работаем, собственно? Где-то на Северном поле или... Поле, снег. Ладно. Опа! Что? А ты когда успел? Пингвин, блядь. Пипец. Он только что туда подходил. Его не видно даже. О, чую, мы всосём. Что-то давно он не появляется. Барыжит дверь там тихонько. Ага, барыжит вот это говно. Дверь открыл тихоря, я даже не услышал. Ладно, придерживаемся тактики. Оба! Нормально все, все хорошо. Да пройдем. Сейчас где-то появится. Блять. Он открыл вентиляцию под моими этими. Короче, подо мной. Да нафига это окно? Оно и так откроется, господи. Черт, теперь надо просто следить. Ну ладно, эту вентиляцию все равно не слышно. Главное ее не просрать. А вот дверь это печально. Нормально. Так, быстро. Файлов гора.
Нормально. Все хорошо. Просто тщательно следим за вот этими двумя выходами. Оба! Так, у меня совсем чуть-чуть времени убрать все эти файлы дебильные. Я его видел! Пингвин взглянул на меня только что! Крыса! Ты что там делаешь? А вот тут его не видно. Да нафига та вентиляция, все нормально с ней. Так, все нормально, все хорошо. Опа. Что за лаги? Ускоритель, что-то не работаешь, что-то. Так, все хорошо. Злой пингвин просто, я в шоке. Все хорошо. Можно, в принципе, осталось полчаса, вот просто чекаем. Вот эти два главных входа, и все, и это изи. Пошел отсюда. Под себя и на дверь. Под себя. Под себя! Все, 6 утра. И что теперь? Что, суббота еще? Не говоришь, я еще в субботу должен. Я должен еще в субботу работать. Так, ну субботу мы оставим на потом, короче, ребят. Ссылка на игру будет в описании. Если хотите субботу, поработаем еще и в субботу. Скорее всего, и в воскресенье мы поработаем. Ну, понятно. Все, ребят, на этом все. Всем спасибо, всем пока.